Всероссийская акция «Добровольцы детям» в третий раз стартовала в Орле. Каждый год в ней принимают участие более 5000 волонтеров со всего региона. Обычно они работают с воспитанниками детских домов, интернатов, с ребятами из неблагополучных семей. Желание так вот безвозмездное творить добро, приходить на помощь людям в нашем регионе, как и во всей России, это хорошая традиция. И нам всем вместе по плечу большие добрые дела и традиции волонтерства, добровольчества с этой акцией стартует. На протяжении всего летнего периода будут проходить мероприятия, и нам по плечу большие добрые дела. Добровольцы проводят мастер-классы, учат ребят петь, танцевать, а самое главное – помогают найти и развить свой талант. Нужно отметить особенность акции в нашем регионе. Это акция, которая организована на принципах межпоколенческого диалога с участием добровольцев всех возрастов, от школьников до серебряных волонтеров. Серебряные волонтеры – это изюминка орловской акции. Галина Андреевна говорит, что вышла на пенсию и словно заново родилась. В свободное время она учит детей рукоделию. Хочется прям вот кому-то передать, чтобы наши дети что-то брали от нас и несли по жизни, пригодится им в жизни. В Орле дать старт акции «Добровольцы детям» приехала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Татьмянина. Эта акция продлится с мая по сентябрь. Программа мероприятий насыщенная, поэтому детям точно не придется скучать во время летних каникул. Юлия Сабельникова, Арсений Куликов, телеканал «Первый областной».